Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Kill Game. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Стрелакс Ролеплей. Итак, сегодня мы будем покупать дом, как вы поняли по названию сервера. Все ссылочки будут в описании, модпак, IP-группа. Обязательно заходите, здесь было глобальное обновление, я в принципе в предыдущей серии это показывал. Да, я думаю, вы уже видите сами, в принципе. Я сегодня не знаю, сегодня я хочу себе дом купить. Какой-нибудь. И может быть какую-то машину, но думаю машину. Кто-то Lexus продал. Смотрите. За 200 тысяч. Infiniti, а не Lexus. Продал за 200 тысяч. Лол. Это, конечно, нежданчик. Ну ладно, в принципе, пусть стоит, может кто-то купит. Как бы бонус 500 тысяч на сервере, если что, вот. Сейчас раннее утро, 7 утра всего лишь, поэтому онлайн такой маленький. Так, вот моя бестия. Может сегодня еще номера на нее получим, я так думаю. Так, вспомню, как ее завести. Так, Кирилл, привет, сделай респаун тачек. Себе еще узнал команду здесь. Рескарс. Так, секундочку. Ладно, поехали. Я так и не знаю, короче. Я в Рублевке живу. Чувак, я как бы занят, если чё. Нам сегодня надо купить дом. Ух ты, здесь я этот купил грузовичок, лол. Кстати, дом будет свободный есть. Ну, блин, надо что-то полить, не да, я думаю, чуваки. Заправка, кстати, заправка не работает. Рублевка, ну, блин. То, что Рублевка, как на моем сервере, конечно, это немного мне не нравится. Но, в принципе, как я и говорил, в предыдущей серии все в доступе. Ну, все в общем доступе находится, так что никто никого ничего не воровал. Так, куда бы нам поехать? Я даже, наверное, там же, на Рублевке, ну, чувак, как бы добежать может до Наша, там есть аренда машин, как бы, вроде бы. Так что, не переживай и сам добеги. Я бы тебя, конечно, подвез бы. Зачем мне приехать, если я могу тебя ТП-хнуть? У меня серия. Чувак, ты, конечно, мешаешь мне, ну ладно, я тебе ТП-хну, помогу тебе. Ух ты, ёбаный. Спасибо, ты снимаешь. Да, снимаю МГОВ. Так. Вот здесь есть домики, смотрите какие. Вот это вообще уже по-пацански прям. Вот это прям по-пацански. Смотрите, какие домики есть. Хо-хо, вот это уже круто. Передай привет, Лёха Лутуанкин. Привет тебе, извините, прям прочитал. Вот здесь, кстати, очень все круто сделали. Красавчики. Прям красавчики. Арели изменили, вообще молодцы. Вот, по-пацански вообще прям. Сейчас себе дом куплю, я просто хочу посмотреть, может здесь что-то еще есть. Ну, кстати, видите, все дома свободны. Так что у вас есть шанс ухватить себе какой-то домик. Здесь, видите, еще дом стоит. Так что все нормалек. Но мы себе купим, наверное, вот там дом в начале. Здесь тоже дома есть прикольные, но я думаю, это не наше. Давайте развернемся и поедем себе купим там дом. Мне, в принципе, нравится моя Audi. Я, может, себе еще одну машину куплю. Это, может, в следующей серии или, не знаю, через серию. Ну, посмотрим, просто не хочу спешить, как бы хочу насладиться игрой на данном сервере. Когда у вас будет все, это неинтересно. А так постепенненько, так интересненько играть. Домик, кстати, симпатичный, но мы, наверное, купим нормальный, да, такой элитненький дом. Какой-то из этих. Только какой? Я думаю, лучше этот взять домик.
Давайте возьмем, наверное, его. У нас такой скин еще бомжа. 780 тысяч всего лишь, чуваки. Это вообще нормально. Все, купили. Так, теперь надо прописать команду спаун. Спаун. Или MM. Так. Или MN. Так, стоп, что-то я запутался. Спаун. Какая команда, чтобы дома спавниться, может, не знаю, потому что что-то не работает. Дом. Ага. А, я видел. Спаун. А не спаун. Да, спаун. Чанки. Вот, дом. Нашел. Так, прописка игрока. По-моему, здесь за дом не нужно пойти, кстати. Без гос номеров и техосмотр удаляется. Удаляется. Один из техосмотр. Мэрия, ГИБДД, прокуратура, ОМОН, городская больница. Где пройти техосмотр? Я не хочу, чтобы мне тачка слетела. В ГАИ. А, окей, так. ГИБДД. Поехали, ладно. В ГАИ. Сейчас получим за номера, и там, наверное, техосмотр нам сделают. А то, это, кстати, круто, то, что если вы не делаете техосмотр, машина слетает. Походу, та Infiniti так и слетела. Так что, чуваки, не забывайте и проходите техосмотр, и ставьте номера себе на тачку. И дашь мне 80к. Окей, на. Я просто не видел, как бы. Так. Зеленый. Соблюдаем ПДД, чуваки. Сервак, конечно, прикольненький. Так что давайте не нарушаем правила. И все будет четко. Нихрена себе, блять. Ни хрена себе, на самом деле, ну сами видите, это круто. Реально красавчики, смотрите, что по серваку вообще. Я на самом деле охуевший. Так. Вот, техосмотр. Так, давайте. Сейчас бобик уберем. Ебать, тут охуенно, чуваки, я отвечаю, я не ожидал такого. Заебало нахуй, съебалось. Наставляю свои бобики, сука, вонючие. Все, заебись. Эвакуаторы у них даже есть. Так. Техосмо. Сначала заглушить, окей. Основная. Так, вы прошли техосмотр. Ладно. Угу. Наша Audi сейчас поставить на номера. Так. Заглушить тоже надо, наверное. Так. Номеры. 153 регион, давайте. ЕН. Неплохо. Заводимся. Ну, мы красавчики. Мы, конечно, красавчики. Мы реально красавчики. Получили номера на нашу машину еще. Так что все четко.
Думаю, на этом все, в принципе. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сиерайте, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.